Всем привет, уважаемые зрители, 8-й этап Тавриды, выемка. Можем видеть, что уже закончены все работы земляные и уложен самый первый слой дорожной одежды, то есть щебеночного основания. Вот тут ЗИЛ-130, водовозка, редкая машина в наше время уже, ну, приехал заполнять вот эти емкости водой. Здесь идет уже подготовка к установке, монтажу распределительных поясов следующего пояса анкеров. Вот, вырубают ниши в сваях буронабивных. Экскаваторы уже заканчивают здесь подрезку склона, ну, выемку грунта. Практически закончили. Я так понимаю, что устройство кювета будут выполнять уже после завершения работ по устройству этих анкеров. Они так местами поменялись. Гидромолот и экскаватор. Кстати, выбирают профиль, так понимаю, под будущий кювет. Ну, это временная, походу, водоотливная канава, но вы же можете видеть, идет процесс ее устройства. Полноценный кювет еще делать не могут, потому что экскаватор должен здесь работать с оборудованием для устройства анкеров. Необходимое пространство ему, поэтому пока что, я так понимаю, делать вот такую канаву. Навесное оборудование на экскаватор для устройства анкеров. Сюда его пока привезли, положили. Сам экскаватор там где-то, вон он стоит, пока работает с ковшом. С
здесь монтируется опалубка, скоро будут бетонировать, ну и уже скоро вот эту часть откоса будут закрывать тоже геотекстилем, а там вдалеке уже начали кладку растительного грунта. Ну и вот каток ездит, уплотняет основание будущей дороги.